И дом молитвой освященный стоит открытый всем ветрам. И учит бабушка внучонка словам отчизна, мама, храм. Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня 18 августа 2011 года. Сегодня в гостях Семейного православного центра президент Самарской Федерации универсальный бой. Девятикратный чемпион России. Семикратный чемпион мира. По спортивному метанию ножа. Яковлев Андрей Владимирович. Сегодня он проведет занятие о самом древнем виде оружия, о ножах. И расскажет о новом виде спорта, о метании ножа. Здравствуйте, дети. Я сегодня вам хочу рассказать о самом древнем виде оружия, который вообще придумал человек. Это нож. За 10 тысяч лет истории, которая, в общем-то, насчитывается, вот, нож практически не изменился. У него осталось точно так же рукоятка и клинок. В общем-то, из двух частей он как состоял, так и состоит. Сейчас по виду он практически такой же. Отличается только разнообразием клинков и, естественно, в каждой стране они бывают разные совершенно. Я сейчас вам расскажу и покажу про ножи, которые бывают совершенно в разных странах. Ну и начну, конечно, с нашего славянского кинжала. Это вот такой славянский охотничий кинжал, с которым наши предки охотились, добывали себе пищу, пропитание. Один из самых таких интересных ножей – это нож викингов, которые к нам потом пришли, как варяги. То есть вот абсолютно такой нож был найден в раскопе. То есть это реконструкция один в один ножа, которым пользовались именно вот старинные воины. И наш охотничий – это роговая рукоятка, и вот скандинавский – точно так же именно костяная рукоятка. То есть костяные рукоятки были очень распространены в старое время, ну потому что было одно из самых простейших, то, что было под рукой, то есть не надо было что-то вытачивать. Вот, конечно, можно так вот из дерева выточить, но дерево менее, так скажем, долговечное, чем рог. Этот нож уже из далекой Испании. То есть вот испанцы точно так же делали ножи из рога. То есть форма у них, естественно, уже чуть другая, но принцип остается тот же. Рог и клиночек. Некоторым хотелось иметь уже не просто оружие вот, функциональное, а оружие уже красивое. Но, опять же, не только красивое, но и надежное. Если это были вот просто кованые вещи, то вот это уже так называемая старинная дамасская сталь. То есть это очень сложное в изготовлении сталь. Вот посмотрите, потом она сделан такими слоями, то есть ее расплющивают, опять расковывают, опять сворачивают, расплющивают. Но из-за этого ножи получались более долговечные. Из такой же стали богатым каким-то дружинникам, князьям, делались уже и мечи, и сабли. Ну и, конечно же, точно так же украшались обязательно рукоятки. То есть рукоятки такие были уже как произведение искусства. То есть вот здесь вот из рога лося тоже, но еще и сделана такая голова лося с рогами. Вот, то есть именно уже очень такое красивое. Это кукри. То есть вот такие вот национальные ножи. Это нож привезен с Непала. То есть это непальский традиционный нож. Он даже у них есть в гербе. То есть очень часто ножи используют как в гербах, так и в каких-то символах. Во многих странах нож – это уже не просто какое-то оружие, а олицетворение уже мужественности именно. То есть вот у Непала вот именно в гербе вот такой нож. То есть это их боевой нож. Видите, да, у него специфическая такая форма. Ну вот он используется, они бывают совершенно разных размеров, это вот такой средний размер. То есть большие такие кукри достигают размерами почти до полуметра, клинки бывают.
То есть для чего, конечно, такие используют? Во-первых, они используются и как уже холодное оружие, то есть ими можно и фехтовать, и в то же время его используют как рабочий материал. То есть они такими рубят тростник. То есть его очень удобно, вот видите, да, как серп используют. Вы, наверное, серпы же видели. То есть вот им можно точно так же вот срезать жесткую траву, вот, которая является тростником. Здесь отличительная черта у именно непальских кукри. Вот у них здесь вот такая выемочка. Вот она называется копыта коровы Шивы. То есть она вот в виде копытца такое сделана. Очень интересная такая традиция, но вот ученые выяснили, что на самом деле вот именно вот такая выемка, она не дает клинку делать лишний излом. То есть она еще не только символическое какое-то значение имеет, а еще имеет и практическое значение. То есть он снимает энергию клинка, которая идет вот на кончик ножа. То есть не дает распространяться дальше, и нож на изломе гораздо выносливее. Для того, чтобы еще излома не было, делаются вот такие называемые долы. То есть очень часто многие думают, что долы это типа вот, или вот здесь вот дол хорошо ярко выражен, что это так называемые кровостоки. Ну, на самом деле это, конечно, ошибочное явление, то есть кровосток тут совершенно ни при чем. Дол делается именно для увеличения выносливости клинка. Это нож Крис. Вот он такой волнистый. Значит, для чего эти волны нужны, скажете, вот в принципе и прямым можно порезать. То есть, но именно вот такая форма клинка дает более многочисленный порез. То есть, если им наносить разрез вот такой, то каждая эта волна будет делать дополнительный разрез. Хотя вы провели один раз, а в результате порежете раз, два, три, четыре раза. То есть раны от такого кинжала заживают гораздо дольше. И в свое время стали делать такие мечи. То есть длинные мечи, вот такие волнистые, они назывались фламберги. И очень распространены были у наемников в 15-16 век. И в свое время за то, что вот от их ран погибало людей гораздо больше, католическая церковь римская решила запретить их. То есть у регулярных армий вот такого оружия потом не стало. То есть оно было именно у наемников, которые, можно сказать, так были вероотступники и пользовались такими мечами. Но с другой стороны, если такого наемника захватывали и у него был такой меч, его разрешалось казнить без суда и следствия. Современные ножи. Это вот сделан по виду танто, японские ножи, они не были такие острые, а именно вот у них клиночек был таким образом сделанный. То есть вот, ну, у японцев вот такой прибамбас, хотя по большому счету разрез, что вот таким клинком, что, например, кинжального типа, вот такие клиночки еще были. То есть вот такой клинок, он уже мог использоваться как метательный нож. То есть вот чаще всего метательные ножи были именно вот такие обоюдоострые и именно обоюдная такая рукоятка. То есть вот этот нож, его можно как и боевой использовать, и как метательный. Значит, чем он удобен как боевой нож? Вот здесь вот у него отделка идет шкурой ската и здесь кожа буйвола. То есть когда делается хват, он уже из руки не выскальзывает. Ну и вот у меня случайно здесь оказался еще топорик. В принципе, это вот такой боевой топорик, который использовался в средние века и как боевой, и как метательный. Тоже такие топоры использовались. Здесь у него, конечно, есть немножко прибамбас. Здесь вот как бы мордочка дракона у него сделана. Это именно тоже из тех видов оружия, которые уже старались украшать. То есть простой воин делал себе более простое оружие.
Ну, это вот просто мне очень хороший мой друг сковал и подарил нож из Махачкалы. Он сам кузнец, и вот сделал мне такой подарок на день рождения. Ну и теперь я хочу перейти именно к виду спорта. Вид спорта, спортивное метание ножа, получил свое первое соревнование. У него прошли в городе Самара в 2001 году. И там было разрешено использовать вот такой нож. То есть нож обязательно на нем вот такое клеймо универсального боя, или на английском языке Unified. Именно с таким ножом до сих пор можно вот выступать на чемпионатах России, Европы и мира. То есть есть клеймо, он обязательно должен быть определенной длины и веса. То есть 26 сантиметров у него длина и вес порядка 300 грамм. То есть только такие ножи можно использовать на официальных соревнованиях. Значит, на соревнованиях у нас вот такая вот мишень. У нас несколько дистанций, с которых работается по такой мишени. Детская дистанция – это 3 метра, и старшие юноши еще метают 5 и 7 метров. Девочки метают то же самое 3 метра, и старшие девушки уже 3 и 5 метров. У мужчин еще добавляется более длинная дистанция – 9 метров. То есть у мужчин проходит соревнование на дистанциях 5, 7 и 9 метров. И абсолютное первенство по сумме этих трех дистанций. То есть, естественно, это самое сложное абсолютное первенство, потому что нужно метнуть как минимум просто 90 ножей подряд. И желательно, чтобы они все попали вот в эту двадцаточку. Но честно могу сказать, пока еще ни на одних соревнованиях максимальный результат не был выбит, то есть 600 очков, то есть 30 ножей, пока не выбил никто. Вот вы приедете на турнир Древнего мира, то есть вот этот международный турнир исторических боевых искусств, и там будет выступать один из, наверное, величайших рекордсменов, Михаил Седышев, у которого сейчас ему принадлежат все мировые рекорды на всех дистанциях в абсолютном первенстве. Мы его пригласили, он обязательно будет. И также будет там Егор Яковлев, это мой сын, который показал максимальный результат на дистанции 3 метра детская. Он выбил 590 очков. То есть из 600 возможных он выбил 590. То есть представляете, у него 28 ножей было в двадцатке, и только 2 попало вот в 15. То есть вот такая вот кучность у него. А сколько лет вашему сыну? Ему всего 11 лет, и он чемпион России среди юношей до 16 лет.